Фестиваль авторской песни «Кольские встречи» вновь собрал своих друзей. В Кировск съехались барды из Мурманской области, Архангельска и даже Белоруссии. Почетный гость – московский бард Александр Сафронов. Именно он стоял у истоков Кольского фестиваля в далекие 90-е. В этом году «Кольским встречам» 32 года. Насколько актуально сегодня бардовское движение и кто в его рядах, узнали Юлия Аверина и Иван Солодков. Если хочешь, тебе про любовь расскажу. «Странная дорожная» – именно с этой песней начался фестиваль. Ее автор – наш земляк-мончегорец Сергей Каплан. А вот музыку к ней написал московский бард Александр Сафронов. В далекие 90-е он открывал тогда еще первый фестиваль авторской песни «Кольские встречи». В то время съехались в Кировск барды чуть ли не со всей страны, почти из 70 регионов. Когда-то авторская песня была такая популярная, что собирала стадионы, прямо скажем. Сейчас такого нет. Но есть слушатель, ну, наверное, везде. Другое дело, что его не так иногда легко отыскать. В Кировске слушатель благодатный. В зале собрались те, для кого авторская песня как бальзам для души. Александра Максимовна Иванова, представитель Кировского литературного объединения «Алаш», сама пишет стихи, причем на нескольких языках. Обожаю бардов, это раз, потому что это люди дважды творческие. Они и стихи сочиняют, и музыку исполняют, и все. Я, например, в восторге. У нас такое созвучие душ всех тех, которые собираются здесь, на Хивинской земле, ждут каждый год, чтобы обнять друг друга, чтобы подарить друг другу радость, чтобы послушать новые песни. По березкам, а дорога мимо. Тихо катится повозка, а в повозке мы с любимым. Семейному дуэту Полянцевых 11 лет. Светлана и Владимир – участники мурманского клуба авторской песни «Пять углов». «Кольские встречи», говорят, фестиваль долгожданный. Где, как ни здесь, встретиться со своими друзьями – бардами. Это праздник для нас. Собраться, петь, готовиться, репетировать, даже, может быть, немножечко нервничать, переживать за свое выступление. 32-й фестиваль авторской песни «Кольские встречи» завершен. Позади два дня творчества, разговоров по душам и дружеских встреч. Сейчас барды строят планы уже на следующий год, а значит, фестивалю быть. И наша любовь крепче день ото дня. Я не могу.